чем подвох? Подвох... Можно я объясню? Это все просто, Жанна, значит, смотри. Ты красиво двигаешься, красиво поешь и красиво выглядишь. Я делаю все то же самое, но некрасиво. Вот и все. Ну, не знаю, можно поспорить. Давайте посмотрим, друзья, на этот веселый ребус. Версия «Красавицы и чудовища». За окном шумит высокая трава, и от радости кружится голова. Эта осень нас опять сведет с ума. Эта осень нас опять сведет с ума. Я скучаю по тебе. Мы мечтали, мы летали в облаках. На проблемы до утра махнув рукой. На проблемы до утра махнув рукой. Жанна, как ощущения? Поскольку ты меня все равно не слышишь, я задам вопрос Саше. Саша, ты видел фильм «Изгоняющий дьявола»?
В процессе исполнения песни? Нет, в процессе исполнения песни он из тебя выходил. Ребенок, Розмари, ну там много фильмов про это. Нет, вы знаете, я, дело в том, что такие фильмы легкие, тяжелые, в смысле, не смотрю. И Иван просто не в курсе, Саше негде репетировать, поэтому теперь в каждой У меня такое ощущение, что когда Александр Цикало был продюсером, он не доплатил на СТС, он что-то не доплатил Пушному, и сейчас он таким образом ему возвращает долг. Александр, скажите, с кем еще из представителей современного российского эстрадного цеха вы бы хотели спеть свою дьявольскую песню о конце света и кровавых слезах детей? А почему вы так называете мой гимн Олимпиаде? Спасибо, Александр. Кстати, напоминаем, что песня «Большая разница», которая звучит в программе, Можно она я с Жанной поговорю, секунду. Написана и звучит в исполнении Александра Пушного. Вот оно в чем дело. Александр, а вы не могли бы, так сказать, поскольку у нас сейчас все равно будет отбивка в вашем исполнении музыкальная, сделать ее вживую? Вот смотрите, друзья. Попробуем, не знаю. Давайте. Большая разница, жена начальница и мужик в семье голова. Большая разница, сегодня пятница или суббота, завтра с утра. Скажи-ка между будничным сном и громким хохотом на весь дом. Какая разница? Большая разница. Большая разница на первом. Александр Пушной и Жанна.